Татарстане еще в марте начали принимать гуманитарную помощь для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Предметы первой необходимости, детские игрушки, воду, а также другие вещи, необходимые людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Для этого в Казани открыли гуманитарный штаб «Мы вместе». На помощь пришли волонтеры, немалая часть из них студенты, в том числе и Казанского федерального университета. Добровольцы Казанского федерального университета уже с конца марта присоединились к работе гуманитарного штаба «Мы вместе». Работают, курируют в университете департамент молодежной политики. Желающие ребята могут записаться в сообщение группы добровольческого центра. И дальше мы их проинструктируем, подскажем, как записаться, как выбрать время в расписании. Гуманитарный штаб «Мы вместе» работает в творческом пространстве «Маяковский». Участники штаба собирают гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Республики Татарстан, а также отправляют свою помощь в Ростовскую область, где далее она распределяется по пунктам выдачи. Формируются общие фуры Татарстана. Последняя из них, которая была отправлена на прошлой неделе, составила 4,5 тонны. Коробки с помощью дошли даже до Мариуполя. Хочу особо отметить работу студентов и волонтеров Казанского федерального университета. Я сам являюсь студентом Казанского федерального университета, Институт международных отношений. Очень хорошо, что неравнодушные ребята, которые также активно откликаются на помощь в рамках работы гуманитарного штаба, приходят, помогают в сортировке продуктов, сортировке вещей, погрузке, отгрузке. Главная цель гуманитарного штаба – это помочь тем людям, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации. Гуманитарный штаб работает ежедневно. Особенно сейчас нужна помощь ребят, ведь начинаются выходные дни. Команда волонтеров из штаба «Мы вместе» приглашает граждан оставаться в стороне и внести свой вклад в помощь пострадавшим. Ася Шихмина, Фарид Захитуглы, Универньюз.